Сегодня на строящийся Успенский кафедральный собор города Улан-Удэ установили 3 купола, один из которых самый большой и весит порядка 8 тонн. Началось все с чина освящения крестов и куполов на поднятие храма, которое провел иеромонах Тихон Тихомиров. Сегодня, совершив чин освящения крестных знамений для Святаго Собора сего, мы засвидетельствовали о том, что второй этап строительства храма завершен. Как отметил иеромонах Тихон Тихомиров, событие освящения крестов на строящийся кафедральный собор для жителей города Улан-Удэ и всей Бурятии – это исторический день. 10 лет уже у нас ведется строительство храма. Очень трудный процесс, но слава Богу. Вот, когда уже купола, кресты поднимутся над собором, ну это совсем другое дело. Теперь каждый проходящий, проезжающий мимо собора, будет лицезреть эти купола и кресты, что даст возможность прикоснуться к чему-то большему, душевному, священному. Объект это сделан по особой технологии. Все объекты, которые у нас, храмы строятся, они либо деревянные, либо кирпичные, либо каменные. Этот же кран у нас сделан, он совместно с бетоном и с кирпичом. Здесь железобетонный каркас, насыщенный арматурой, очень прочный, стойкий, крепкий. Он спроектирован с учетом нашей системы. В случае, если землетрясение, что он не разрушится. Это гарантированно. Новая технология создания куполов потребовала и особую технику для их установки. Они достаточно тяжелые. Вот самый большой купол, это который устанавливается на колокольне, он вешает около 12 тонн. Самая большая луковица, кстати, у нее покрытие интересное, из нитрита титана. Это тоже новая технология. Она вешает около 8 тонн. У нас такой строительной техники здесь, ну, способной произвести подъем этих куполов, нет в республике. Рассматривалось несколько вариантов, в том числе один из вариантов был вообще вертолетом попробовать поднять и установить эти луковицы. Но нашли ближайший вот этот кран в Новосибирске, привезли его сюда. Сейчас по плану в течение 3 дней установят эти купола. Собор будет украшен еще 9 золотыми куполами. А пока жители могут насладиться красотой 3 светозарных куполов.